как в три раза увеличить свой словарный запас, фактически ничего не делая. Меня зовут Екатерина Гаврилова, La mia professione in italiano. Подписывайтесь на мою страницу, здесь все об итальянском языке. Итак, вы все пользуетесь прошедшим временем, passato prossimo, и вы говорите о fatto, o chiesto, o risposto. Но давайте понаблюдаем за причастием прошедшего времени, которое вы используете, именно тем, которое находится в том длинном списочке неправильных причастий. Ну, я надеюсь, что вы его уже знаете и выучили. Итак, эти причастия с легкостью превращаются в существительные. Fare fatto, il fatto, факт. Rispondere risposto, la risposta, ответ. Offrire offerto, l'offerta, предложение. Dipingere dipinto, il dipinto, рисунок. Продолжать можно очень долго. Берите на заметку и пользуйтесь. Всем успехов. Пока-пока.